Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами же Кирсон, ребят, Форест. Продолжаем. Чё началось? Так, окей. Броня так броня. Погнали, ребят, нам нужно сходить в поход, я вам сейчас расскажу куда. Пока есть хорошая погода, пока есть все. Спокойно, туманчик небольшой. Так. Забыл, ребят, что мы не взяли топор. Даже не топор, как-то оно называется по-другому. Скорее всего, топор или ледокол. Ладно, сейчас найдем, я надеюсь. Погнали. На! Водный заяц какой-то был у нас. Так. Есть, заодно нашли себе зайца морского, который нам пригодился в хозяйстве. Так. Значит, где примерно находится этот скалолаза приспособление для лазания над по отвесным скалам? Нововведение в одном из последних патчев добавили возможность эту. Как-то я про нее пропустил. Ну, видимо, не до того нам было. Так. Лады. Что вы тут, мистер, загораете? Ну-ну. Погода, как всегда, поет и шепчет. Так, я знаю, что нам надо идти мимо этих приспособлений для ловли рыбы. И бежим дальше еще прямо, не сворачивая. Ну окей. Где-то здесь неподалеку должен быть он. Где-то возвращаться надо будет идти. Так, ну, дальше. Нам кто в отвесной скале, если я не ошибаюсь? Сейчас посмотрим. До патча, ребят, до перехода осталось 4 дня. То есть 4 дня еще дырявенький будет. Ой, как отлично. Как раз мне эти ягоды и нужны были, чтобы восстановить выносливость. 4 дня, ребят, до выхода нового патча, до перехода на новый графический движок усовершенствованный. Посмотрим, что говорить. Мне интересно... Они специально сделали, что выход нового графического движка совпадает с выходом GTA. И к чему это? Так. Вот это отвесная скала, ребят. Значит, мы все правильно шли с вами. Ну, заодно посмотрю, как он правильно называется.
Так, спокойствие, только спокойствие. Вот он. Топор, да. И анимации я смотрю, еще нету. То есть он вот так. Ни анимации, ни звука. Пора заканчивать с этим. Не хотелось бы разбиться. Так, аптечка. Наверное, шоколадку скушаем. Я думаю, пофиксят еще с этим топором. Разберемся. Опа. Ничего себе, ты откуда здесь? Класс. Да. Есть. Вот это у оленя пукан горит. Ого. Ты чё? Все, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Кто это сделал? Было дело. Конечно, забавно вышло. Ого. Я не помню, чтоб я тут гулял хоть раз. Хотя, как говорится, чем черт не шутит. Веревка. Антибиотики, камень. Не знаю, не знаю. Вроде бы должны были залезть. Давайте соберем чуть синих ягод. Так, ну пора возвращаться. В принципе, этот взяли. Топор скалолаза, я буду называть его. Набрали еды. Я за то, чтобы спокойно возвращаться. У нас там дела незаконченные, плюс еще скоро ночь настанет. Думаю, можно возвращаться спокойно. Поутру так прогулялись, конечно, неплохо. Ух, ветер задувает. Ну-ка, ну-ка. Синие ягоды. Собирай, собирай. Очень хорошо восстанавливает выносливость. О, кабаны! Надо было топором его рубануть сразу. Стоять. Есть.
Мясо уже некуда складывать просто. Понятно. Ну, поохотились знатно, значит. Стоп, здесь же был. Вот он. Давай, дырявенький, топи домой. Далековато идти-то. Пыхался бедненький. Нам бы вот в ту гору. Ну, я думаю, та гора доступна будет, наверное, не раньше следующего года. 100% будут они, ребят, расширять территорию. Вы видите, не зря они дали топор скалолаза. Для того, чтобы была возможность у нас лазить по горам. По чуть-чуть. Так она очень красивая, конечно. Утром в лесу очень красиво, ребят. Такой легенький туман. Если бы не дожди эти постоянные, вообще было бы кайфово здесь жить. Тут деревья вырубать, не перерубать. Это странное местечко такое, да? Так, я, если честно, наверное... А, нет. Вон. Мы уже на подходе. А то я думал, что я заблудился. Наше озеро, ребят. Озеро Надежды. А вот и наша лачуга. Так, все, собираем телегу для перетаскивания дров и вперед из песни. 10, 6 еще. Я знаю, где очень много всегда веток. Не бы две веточки. Ладно, сейчас найдем. Так, давайте, наверное, в этой серии еще закончим первый уровень. Хотя там надо было, если я не ошибаюсь, 6 деревьев срубить больше 3. Больше 30 бревен. 100%. Ничего, ничего, сейчас и нарубим. Не проблема, я думаю. 30 так 30. Блин.
Отлично. Отлично. Дайте две ветки. Ё-моё. Собираем сюда. Тащили вперед. Окей. Так, надо с мясом разобраться. Не подпалю дверь, дурачок. Так. Мясо куча. Я сейчас посмотрю, исправили они проваливание мяса или нет. Да? Какой там, как говорится, кому это надо, да? Ну, проваливается и проваливается. Хотя в одной из серий, если я не ошибаюсь, мясо сверху просто ложилось в аккурат прям. Ничего. Нормально крольчатина у нас. Раз, два, три, четыре. Вперед, вперед. Телегу. Все складываем сюда. Пойди-ка сюда, дерево. Темнеет тем временем. Да, прогулочка наша затянулась. Получается, весь день гуляли. 20 надо. 4 дерева еще минимум надо будет срубить. Ладно, давайте сжечь по чуть-чуть. Прям какие-то птички поют. Да, звучки, конечно, просто отличные. Атмосферная очень. И им бы отточить больше... Как бы это сказать? Убрать ненужные лаги никому. И было бы не игра, а песня. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Оп.
Так, а ну бревно, даже и не думай об этом. Так, отлично. Да, все-таки вот эти фонари, которые не тухнут, вы мне не зря рекомендовали, и которые не нужно подпаливать. Отлично, отлично. Я думаю, мы с ними познакомимся поближе. Так, здесь еще освещение. Ребят, ну перышко, как я мог оставить? Так, освещение. Я не знаю, как оно туда попало. Что-то начинаю я стрематься. Давайте только без вот этих глупостей, да? Как их теперь искать? Осталось одно дерево. Я думаю, вот это подойдет. Главное, чтобы оно не вниз упало. Я думаю, это будет отлично. Чуть-чуть подровняем его падение. Ё-моё, ну зачем ты туда валишься? Ну могло ж поближе упасть, ну скажите. Так, ну в принципе все, собрали необходимое количество бревен, полностью закончили первый этаж нашего заборчика. В принципе, есть теперь где схорониться. По чуть-чуть теперь будем заканчивать второй этаж. Да и надо начинать строить дом. Сколько мы будем на досках? 100 бревен, конечно, это
Мама, не горюй вам. Ну ничего, ничего. И доделаем и второй этаж. Меня интересует, сколько бревен понадобится на наш дом. Вот это да, вот это будет постройка, конечно. Главное, ребят, чтобы через 4 дня с выходом новой версии на новый движок наши сохранения не пошли по одному месту. А я предполагаю, что так и будет. Ну да ладно, как говорится, живи красиво, умри молодым. Погнали. Так. Тут сильно и не побегаешь. Погода не ахти. Зажигай. Нормально и с выносливостью полностью восстановлено. И бурьяна убрали на огородах. Я думаю, это класс. Так, и что у нас с бомбами? Монеты есть, голов нету. Так бы можно было, конечно, сделать. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, с заданием выполнили. По поводу забора теперь можно спокойно, в безопасности тут заниматься своими... Первую заниматься своими делами, собирать по чуть-чуть бревна для строительства дома. Убирать тут ненужности разные. Все, прошли. Ну давайте встретим их. Хлебом, солью и горячей. И горящей стрелой. Оп. Оп. Так, вот здесь буду скидывать. Единственное, что мне надо, голова твоя. Вот так вот. Теперь при помощи головы. Бутылки, монеты и часов нет. Я забыл, как складывается бомба. Бутылка, часы, монеты. Что еще? Что не хватает? А, микросхема, ёптывая медь. Вот. И теперь, когда мы сделали такую бомбочку, можно здесь сделать небольшой сюрпризик. Для этого у нас назад-назад. Вот здесь вот. Натянем просто для профилактики, пусть будет. Отличненько.
Таких бы я наставил, ребят, по периметру. Надо голова еще одна. Бросай. Есть возможность? Ага. Микросхем нет. Да ладно. Я вот считаю, вот здесь темновато, если честно. Где освещение? Отлично. В принципе, нормально. Бомбу поставили. Топор скалолаза нашли. Еще водички попьем только. Покушать надо было бы. Так, я еще хотел посмотреть, что у нас тут. Насчет ковра мне интересовал вопрос. Почему не ложится? Он что, только на... Ага. Ну ладно, давайте. Во! А то сплю на голых досках, а так хоть помягче будет. Что ж, братцы, давайте, наверное, на этом закончим. Продолжим в следующем видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Жак Херсон и Дырявый. Всем пока. Peace.